Отель Перлина Таврии, Кирилловка. У нас здесь написано правила поведения на пляже. 2020 году такое у нас будет. Горки рисуются. Да. Можно на паузу останавливать. И дальше потом плей, оно будет как одно видео идти. Я вот видишь, что паузу остановил. Папа, что тут раньше? Тут у нас раньше было для питья вода. Но она что-то закончилась, непонятно. Тут тоже вот не работает. Вот тут моют ноги. И всякое, что в песке. Вот у нас люкс. Вот номера всякие. Там вот у нас тут есть площадка, зоны. Стоят вот эти люки. Этот отель сделан где-то 3 года назад. Вот это вот, где сейчас экран вот там вот показывают. Это здание сделали 1 месяц назад. Там стоит еще сзади его, там это как-то называется, но забыл, анимашка называется, анимация там проходит. Стоят 1 PlayStation, 2 Xbox. Там, получается, есть у нас... Так, у нас на этой зоне 7 бассейнов. Это сейчас... Тут все написано под буквы, чтобы было понятно, потому что много одинаковых. Ну, у нас, например, Чи-2. А если было бы у кого-то тоже второй номер, и кто-то перепутал, бы постучался к другому. И все. Не надо было искать. Тут у нас есть горки. Тут у нас столовая стоит. И зал стандарт. И зал люкс. И так. Тут тоже есть правила лифт в бассейне. Погода где-то 30 плюсов может. Ну, жарко. Мне бассейн тут нравится. Мусорки стоят. Вот тут у нас бар находится. И там вон тоже бар есть. А тут как ресторан, в принципе. Тут камеры у нас новые уже стоят, поставили. У нас тут... Тут вот такие вот машинки ездят. Они перевозят нас вот туда, привозили к машине. Да. Тут у нас есть бассейны для малышей, там для детских. Тут... В принципе, круто отдыхать. У нас на море есть даже медузы. Медузы, можно сказать. Тут вот у нас какой-то сейчас опять люкс пошел. У нас выгляд на море. Если что, я засниму еще обзор, как мы выглядим на море. Сейчас. Ну, все так и будет. У нас вот все дома разноцветные. Кто-то тут как у нас матрас стоит. Вот все. Вот тут еще есть. Оно начинается от А и куда-то доходит вот эти вот отели до G вроде. А, Б, С, Д, И, Ф, Г получается. Стоят. Тут вон, вот эта вот машинка, которая сейчас гонялась за нами. Они такие хорошие, потом, может, себе и такую куплю.
Тут у нас есть двухэтажные домики, и там есть трехэтажные. Кто там кричит? Лавочки стоят. У нас сейчас солнце. Красными браслетами бесплатно, а синими так, плавно. С камерой. Конечно, сейчас что-то. Дошли до люкса восьмого. Вон он, люкс восьмой. Еще люкс девятый. Вот он у нас стоит. Тут, конечно, есть виды на дома, конечно, не очень. Но тут еще какое-то здание стоит. Не знаю, это отель или нет. Тут у нас еще что-то старенькое стоит. Что-то не знаю, что это. Сейчас, подождите. Так, все. Давай еще раз сфоткаем. Все нормально. Тут везде стоят таблички. Это люкс девятый. Мы уже были, вот там люкс девятый был, и это девятый. Так, мы дошли до какого-то места. Это я не знаю, наша. А, это кухня, вон что это стоит. Фоткаем. Уже аж люкс 17-й. Конечно, хорошо, что он не такой уж огромный. А то никак я тут авангарде не рада. У нас тут куча кондиционеров. Конечно, сейчас ветерок. Тут у нас есть игровая зона. У нас тут тир стоит. Так, сейчас подождите. Там есть где прыгать. У меня это какое-то... Мы еще к какому-то зданию дошли. Не знаю, что это за здание, конечно. Ну, дошли до него. Вот опять это какой-то элеватон. Какой-то. У нас тут от Берлина табли. Вот их. Руль какой, экран есть. Рычаг. Так, мы идем сейчас через елки. Тут тоже не работает, даже шевелится. Тут у нас тоже не работает. Что-то тут так. Вот за такой. Вот мы дошли еще до второй детской площадки. Такая мини-детская площадка. Там у нас есть фонтаны. Вечером они загораются. Вот так. Там вот анимашка стоит вон там. Вон там анимашка стоит сейчас. Сейчас мы покажем, на паузу поставим. Мы дошли до анимашки, вон она. Там есть первый этаж такой для нормальных, там для таких. Тоже первый этаж есть. О, вон машинка едет, смотрите. Хитрая машина едет. О, едет. Надо скорее отойти. Это вот так бывает, завозит. Если его, смотрите, как все. Ну ладно, она приехала. Тут у нас шашлыки жарят. На костре. Аренда сетки 20 гривен, аренда шампура 5 гривен, аренда мангала 50 гривен в час. Прошли на мангальную зону, можно привезти в баре на пляже в торговой точке Луганск. Не понимаешь. Тут вот еще ларт вода. Тоже не работает. Тут что-то тут ничего не...
Вот у нас тут анимация вечером. Сегодня будет 90 и 80. Вот так у нас в детской комнате там. Это сейчас не вот это вот в детской комнате. Вот это да, экран показывает. Колонки нормально играют, очень мощно. Тут на экране очень сильное напряжение. Прям не хочется на нее смотреть. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте дизлайки или лайки, ну что хотите. Можно даже дизлайки, я не буду расстраиваться. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.